Дорогие новосибирцы, когда-то много лет назад, в один действительно прекрасный день, я вдруг утром того прекрасного дня, я понял, что нельзя вставать с плохим настроением, потому что это просто непродуктивно. И с тех пор уже много лет, уже, наверное, лет 25, я никогда не встаю с плохим настроением. Я желаю вам всегда вставать с хорошим настроением и всегда быть внимательным к тем людям, которые вас окружают. Ну а как режиссер хочу пожелать вам хороших фильмов.